Растворимая каша предназначается для питания детей с 4 месяцев. Во время пограничного контроля в 3 образцах из 5 были обнаружены бактерии, которые могут вызывать менингит, сепсис и воспалительные заболевания кишечника. Причем в первую очередь страдают от них дети 1-го года жизни. Теперь рисовую кашу Ремедия будут изымать с прилавков магазинов и аптек. По информации, полученной с Федеральной службы по надзору сферы защиты прав потребителей и благополучия человека, на территории Российской Федерации поступила рисовая каша «Ремедия», которая не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Данная продукция, согласно информации, имеется на складских помещениях ООО «Тредсервис» в городе Мытищи Московской области. Но так как наши поставщики также находятся и на территории Московской области, поэтому мамы молодые, при приобретении каши для своих детей, пожалуйста, будьте внимательны, прочитайте производителя, прочитайте название этой каши. Каша «Ремедия» на сегодняшний момент снимается с реализации на территории Российской Федерации.